Всем привет! Сегодня у нас будет распаковка моего нового фильтра. Вот это старый, это новый. Почти они похожи, как вы видите. Но это чуть побольше. Старый прослужил у меня где-то год, может полтора. И в один прекрасный день он у меня не включился. Пошел сегодня к знакомому продавцу зоомагазина. И он мне предложил вот такой вот фильтр за полцены, поэтому я его и купил. Почему за полцены? Сейчас я вам покажу. Он говорит, все работает, все нормально, ни разу не использовался. Вот шланг. У него получается вот эта штучка сломалась, в которой одевается шланг. Куда одевается шланг? Он мне сказал, попробуй заклеить. Вот попробую я, наверное, его заклеить супер моментом. Купила сегодня супер момент, заклею, потому что никакой роли слишком он не играет, только одевается сюда шланг. Он говорит, вот эту штучку снимал резинку и отломил, поэтому мне предложил его за полцены. Ладно, как и сейчас посмотрим. Попробую вот это заклеить, думаю, все нормально заклеится. Будет работать. Вот сейчас сравним два фильтра. Вот старый и вот новый. Новый чуть поздоровее и моторчик. Сейчас посмотрим, что там внутри. Я, может, подумал, может, эти штучки у них будут подходить. Вот думаю, можешь его поставить, посмотрим, может подойдет. Скорее всего нет, потому что у этого чуть больше, да, не подходит. Такие вот лопасти здесь, моторчик. Такие вот две-три присоски. Тут были тоже три присоски, но почти то же самое. Фирмы, конечно, разные. Этот 6 ватт, этот 7 ватт. Новый получается мощнее, на 7 ватт. Старый был на 6. Так, смотрим, что тут внутри. Почти такой же. Так, открывается. Нижняя открывается. Вот биошары. Вот. Вот получается три биошара. И вот такая вот губка. Это, конечно, даже удобнее, чем старая. В старой было 4 биошара. Один, скорее всего, возьму оттуда. Такая вот конструкция. Конечно, по сравнению со старым, это более удобно. И можно еще один биошар поставить. Вот и со старого возьму. Вот. Такой вот фильтр. А в старом было совсем просто. Была вот такие вот биошары были и вот такая вот тряпочка. Конечно, новый более современнее, более удобнее. Сейчас попробую его вот это, сейчас попробую заклеить эту штучку и попробуем в аквариуме, как будет работать. Ну вот, все, я заклеил эту штучку. Включил. Ну, перед этим, конечно, фильтр я помыл. И все хорошо работает. Вот даже рогалистик, он весь запутался уже. Очень сильно подает. Ну, можно это все регулировать. Можно сильнее.
Можно вот слабее сделать подачу. Все зависит от вас, как вы хотите. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылки в описании.